Несут флаг с гордостью. Студенты алтайских вузов и колледжей флешмобом открывают патриотический митинг-концерт. Мероприятие ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Его проводят в поддержку пострадавшего мирного населения Донбасса и российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Сегодняшнее мероприятие для нашего города, я считаю, в данном положении очень важно, потому что политическая ситуация в нашей стране, конечно, не очень хорошая, и подобные мероприятия очень поддерживают население. Важно помнить, и мы, как молодежь, помним о том, что важно иметь мирное небо над головой и чтить память погибших людей при терроризме. Что забывать эти события нельзя, убеждены все. На этой площадке не только студенчество, но и ряд общественных организаций. Отделение военных инвалидов «Воин», краевая организация имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова, Союз ветеранов Афганистана, ОНФ, представители движения «Волонтеры Победы» и молодежного правительства Алтайского края. Со сцены звучали важные слова о единстве россиян в борьбе с терроризмом и любым проявлением жестокости. Это концерт-митинг в поддержку президента, в поддержку специальной военной операции. И ребята тоже объединились для того, чтобы выразить свою позицию, выразить слова поддержки. И на самом деле это знаково, то, что в День города проходит это мероприятие. По словам представителей исполнительной власти, подобные мероприятия нужно проводить как можно чаще. Ведь только всеобщей поддержкой можно противостоять терроризму. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.